Канцлер Австрии и Путин обсудили Украину. Курц надеется на выполнение Минских соглашений, благодаря которым можно будет постепенно снять с РФ санкции. На встрече президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца был обсужден вопрос решения ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства премьер-министра в Твиттер. В ходе встречи был также поднят вопрос о выполнении Минских соглашений. Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции, написал Курц. Вместе с тем Курц отметил, что Австрия намерена использовать председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2018 года для улучшения отношений между Евросоюзом и Россией. Особенно мы надеемся, что будут позитивные изменения на востоке Украины, благодаря которым в соответствии с Минскими соглашениями, можно будет шаг за шагом снимать санкции, добавил Курц. Отметим, накануне новоназначенный премьер-министр Италии Джузеппе Конти заявил, что правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.